Добрый день. Хочу вам сегодня показать автомобиль. Это Ram TRX, 23-й модельный год. Первый, который прибыл на территорию Российской Федерации. Это флагманская модель Ram 1500. Начнем с передней части автомобиля. Очень красивый капот с жабрами, с воздухозаборниками. Билет оптика активная. Поворачивает лево, право, вверх, вниз. Есть у нас железный бампер, с которым можно не всегда уступать дорогу. Также здесь стоит одна из 5 камер и радар активного круиз-контроля. Открыл для вас капот, чтобы показать эту чудесную пластмасску, под которой находится сердце автомобиля, двигатель. Объемом 6,2 литра с нагнетателем типа Schneck, который пинает вас, выдает мощность 880 Нм уже на 2000 оборотов, что позволяет вам ездить с загреванием очень быстро. Двигатель этого автомобиля низко лежит почти на подрамнике, что дает хорошую управляемость на дороге и на причинной местности. В этих широких брутальных крыльях есть жабры. Также есть у нас оригинальные пороги, обработанные лайниксом, покрытием. Есть у нас комфортный доступ в кейли-центре. Есть зеркала с автоматическим складыванием, с подогревом. Каждое зеркало встроена камера для кругового обзора автомобиля. В TRX стоит у нас усиленная подвеска с дополнительным резервуаром. Данный автомобиль имеет пакет Bat Utility Group. Это есть такая дополнительная педалька, которая помогает вам безболезненно залезть в автомобиля. Кузов нашего автомобиля, тоже опция, покрыт лайниксом, а его очень сложно поцарапать. В эту Utility Group, помимо нашей ступеньки, это подсветка багажного отсека и дополнительные кучки креплений. В крышке багажника встроена камера, а под бампером у нас железные крюки для буксировки автомобиля. Есть точка крепления для фаркопа и розетки. У всех сложилось мнение, что это грузовик. Фигать там, что-то тяжелое, грязное. Сейчас далеко не так, это больше жизни. Посмотрим на отдел интерьера. Это кожа Напа, контрастная красная строчка. А эта опция называется красный акцент, Red Accent. Эта машина имеет опцию карбон пакет. Обратите внимание на вставки из Alcantara настоящие. Акустика премиум класса, Harman Kardon. Центральный замок, 3 стеклоподъемника, память сидений, управление зеркалами, падуем. 2 подстаканника. Данный автомобиль был привезен первым в Россию. Мы ее специально отправили с самолета. И этот автомобиль уже куплен. Это модель 23-го года. А качество отделки на уровне, не постесняюсь сказать, там Майбах какого-нибудь немецкого. Педа у нас отделана кожей Напы с контрастной красной строчкой. Карбон пакет внутри. У нас здесь есть блокировка на задней оси. Лаунч-контроль есть по той причине, что это самый быстрый пикап в мире на сегодняшний день. Разгон до первой сотни составляет 4,5 секунды при весе в 3000 почти 600 кг. Силы подрулевые лепестки для переключения передач. Если хотите какого-то экшена на дороге, кого-то запугать и погнать. Для удобства передвижения по трассе есть активный круиз-контроль. Радар стоит у нас за зеркалом заднего вида. Еще из ништяков у нас есть красивое зеркало заднего вида. Либо это просто зеркало, либо это включается камера задняя и проецирует сюда. Для парковки прицепом, без прицепа у нас 5 камер. Здесь можете легко переключить все это. Есть красные вставочки, вентиляция сидений передних, есть вентиляция сидений задних, подогрев задних сидений, подогрев передних сидений, есть подогрев для рулевого колеса. Беспроводная зарядка для телефона, есть выходы на AUX, USB и Type-C для каждого из передних пассажиров и для каждого из задних. Дополнительный климат-контроль для задних пассажиров также. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание ваше, за просмотр данного ролика. Мы всегда вас рады видеть. В любое время можете приехать, посмотреть наши машинки, которые в наличии. У нас очень много всегда. Завести, получить какие-то советы от наших менеджеров. Консультации. Готовы доставить его в автомобиле, в море, в самолет, как хотите. Пожалуйста, подпишитесь, лайкните наше видео. Ждем в гости.